Меня, честно говоря, заебали русские танки. Аналогов нет. 2021 года выпуска. Б3М, Т-72 за 3 миллиона. Или 4, нет, 3. 90М, 4. И будем звонить русским конструкторам, которые их там делают и ремонтируют. И спрашивают, что такое. Александр Анатольевич. Это Уралвагонзавод. Алло? Да. Александр Анатольевич, извините, что так поздно. Есть у вас минутка? Есть. Да, смотрите, по поводу танка Т-72Б3М. Дали ваш контакт? Сказали, у вас можно проконсультироваться. Так. Смотрите, проблема какая. Мы, короче, заливаем, выплевывают масло, это первое. Второе, получается, компрессор не накачивает атмосферы в баллоны. Так. А у вас военная приемка кто там проводил? Я командир бронегруппы. Новый танк. А проблема, мы просто не можем его эксплуатировать. Воевать на нем нереально. Давайте сделаем следующим образом. Я в вторник буду на предприятии. Я буду с людьми. Я буду в конструкторском бюро в Тагиле. В Тагиле, правильно. Вы же компетентны. Это ж танки при вас разрабатывались. Да, разрабатывали при мне. Делают, я знаю, проблемы, кто их делает. Вот эти вопросы по танку, мы сейчас его чиним, как не одно, так другое, понимаете, танк 2021 года выпуска, он в бой идти не может, постоянно ломается. Вы можете им передать, кто их собирал в 2021 году, что они просто чистые мудаки? Вот по-честному. Ну, легкое. Вот передать им, блядь, 3 миллиона долларов, баксов. Касается двигателя, то это не двигатель. Не-не-не-не-не, смотрите, боевой модуль, во-первых, просто сгорело на повороте, включили систему. Да, сгорает. Просто дымок пошел, закоротило, перестало. Вручную, блядь, крутим, как Т-34, блядь, 76 в 40-м году. Вручную крутили. То есть система накачки баллонов для того, чтобы для запуска, тоже неадекватно работает. Да. Поставили новый адекватный компрессор, после этого, извините меня. Все равно нихуя не накачат, понимаете? И ХП, и Азмол, что хочешь пробовали, и присадки, и хуйсадки, и не подходит. Значит, это самое, давайте так. Я понял, 3 позиции. Вот, во вторник я им привет передам. Ну, прям в присутствии скажу, что прямая прям трансляция. Вот, если что, вы контакт свой ставьте. Да-да-да, вот это мой номер контактный. Я командир бронегруппы, батальона К2. Вы запомните просто, батальон К2 на Донбассе. Ну нет мочи, ну новые танки, блядь, аналогов нет. Все, я услышал. Значит, если можете, значит, наберите. Да ладно, я попробую сам. Ну хуйня танки, блядь, лучше старые советские танки. Я услышал вас, да. Ладно, я контактирую с теми ребятами, которые занимаются как раз этой проблематикой. И с Челябинском, которые двигатели делают, и все остальное, я их знаю. Вот Челябинска передать им, выплевывают масло, новые двигатели. В кабинет, вот вызвать их в кабинет и присутствие руководителей. Передайте от батальона К2 вот, с фронта, с Донбасса. От батальона К2 передайте, скажите, танк? Ну хуйня танки, блядь. Да, могу, конечно. Все, спасибо вам большое, все, будем сражаться дальше. Андрей Алексеевич Абакумов, кстати, как, блядь, когда-то был смешивал мне, генерал-полковник Абакумов. Генеральный директор, блядь, Уралвагонзавода. Звоним по претензии, блядь, по поводу его танков. Алло. Алло, добрый вечер, извините, что так поздно. Андрей Алексеевич. Просто вопрос по танкам. Т-72Б3М. Сказали, к вам можно обратиться. Изменить немножко конструкцию, почему? У нас проблем куча по этому танку. Вы же генеральный директор, правильно? Генеральный директор. Мне дали ваш контакт, сказали, можно изменить немножко подход к работе. Очень много недочетов по работе. По системе поворота у нас очень много проблем. Сгорают блоки, выплевывают масло. И мы постоянно сталкиваемся с тем, что он выходит из строя. Секунду. Зовут вас как? Александр. Я командир бронегруппы К2. Я уже услышал. Александр, у меня к вам большая просьба. Так, чтобы... Я мог предметно посмотреть на этот вопрос. Вы можете в состоянии, вот это даже в режиме, не знаю, WhatsApp-сообщения,
Да, конечно. Описать те, скажем так, проблемы. И те проблемные моменты, которые тревожат вас. Я уже вышел на вас, потому что не так просто это было. Я на Донбассе сейчас, на фронте. Вот. Я организую детальнейшее и рассмотрение всех этих вопросов главным конструктором этой машины вместе с конструкторским бюро, которое это все проектирует. Что они делают танки, аналогов нет. Мы их заявляем, как аналогов нет. А ремонтируем мы их по 20 часов в день иногда. Извините. Это ломается постоянно. Понимаете? И это система управления огня, поворота башни, блядь, двигатель. Александр, я вас услышал. Значит, спасибо большое. Мне все понятно. Очень, еще раз повторюсь, очень важно, чтобы вы все это детально описали. Я вам опишу. Смотрите, бронегруппа К2, батальона К2 на Донбассе. Завтра мы все перепишем. Бронегруппа К2 на Донбассе вам пишет полностью перечень проблем этого танка. Пожалуйста, устраните эти проблемы, чтобы в будущем этой такой ситуации у нас больше не было. Готов принять все это. Спасибо большое, все. Подскажите, пожалуйста, кто такой щедрый поделился моим контактом? Можно я просто по-офицерски не буду вам говорить, кто это? Он вам скажет. Конечно, вопросов нет. А плюс есть. До свидания. Все, генеральный директор. Ну що, друзі, дзвоним. Тепер дізнаємося, що ми українці, які експлуатуємо їхні танки. Подякуємо одному із основних директорів Уралвагонзаводу за їхні бойові машини. І скажемо, щоб вони виправляли ті недоліки, які в їхніх машинах є. І при цьому, щоб вони в нас в трофеї приходили більш адекватно справними, щоб ми не їбалися з ними, блядь, сутками, як ми цим займаємося по сьогоднішній день, а зараз вже 22 години ночі. Андрій Анатольович, извините, не отвлекаю, ще 3 минути буквально, є у вас? Давайте говорити. Да, накипело. Получается, позвонил генеральному директору, но Андрей Алексеевич обещал передать. Это, получается, ближе к вам, правильно я понимаю? Да, правильно. Смотрите, поговорил с Андреем Алексеевичем Абакумовым, да, по поводу проблем этого танка Т-72Б3 и Б3М. На секундочку, звонит ваш директор. Алло, извините. Да, Андрей Алексеевич, извините, набирал, вы уже где-то были, отошли. Я смотрите, я вам сказал, что я командир бронегруппы К2, правильно? У меня позывной Кочевник. Да, я вам напишу все. Кочевник. Да, да, да. Да, я вам напишу, смотрите, получается, знаете, какая проблема была в этих танках? Когда мы их забирали в трофеи под Изюмом. Понял. Я говорю, смотрите, я командир бронегруппы К2. Это второй механизированный батальон 54-й Бахмутской бригады Вооруженных сил Украины. Когда мы будем забирать следующие машины в трофей, делайте их лучше, чтобы нам было проще их эксплуатировать. Договорились с вами? Спасибо большое. Все. Давайте, берегите себя. Слава Украине. Я охуеть. Алло, да, Абакумов звонил, извините, пожалуйста, ну просто перезвонил ему, чтобы неудобно было. Ну можно у вас ребята, которые работают там, могут они, блядь, понять, как это лучше делать или как это потом ремонтировать? Ну вот Абакумов правильно сказал, что он доведет эту информацию до руководителей, которые непосредственно этой тематикой занимаются. Я буду общаться с ихними руководителями. Передайте, пожалуйста, ихним руководителям, что вооруженные силы Украины очень сложно потом эксплуатируют эту технику. Делайте ее лучше, пожалуйста. Можете передать эту информацию? Хорошо. Спасибо большое. Давайте, слава Украине. Да, всегда, пожалуйста. Ну, героям слава надо говорить. Добить, блядь.